Виктор Федорович, Нина Николаевна, у вас вот 9 мая событие торжественное, да, 60 лет со дня свадьбы, да? Да. Расскажите, как вы познакомились? Ну, это, конечно, трудно сейчас вспомнить. Mm-hmm. Ну, это уже было столько, представьте, 60 лет назад, даже больше. Это в 62-м году, а в 64-м мы уже поженились. То есть, как исполнилось нам 18 лет, 18. И мы поженились. И в 50 лет обвенчались с ней, поженились и сказали, так, как нам исполнится 50 лет, все, идем венчаться. Так мы и сделали. А 9 мая у нас 60 лет, да. А вы говорили, у вас торжественная какая-то регистрация была? Да, торжественная регистрация была. Дворец Коминтерна. Да, во дворце Коминтерна. У нас там было несколько пар, вот, ну, все хорошо. Не, там хор был на втором этаже. Да, да, да. Комментировать действительно торжественно было. Как вы добрались до 60-летнего? Нет, кризисных моментов не было. Ну, а бытовые трудности, это мелочи. Это мелочи. Бытовые, да. Всякое бывает в жизни. Знаю, что у вас есть дети, да? Прекрасные двое. А внуки как вы? Четверо внуков. Секрет долголетия супружеской жизни расскажите нашим читателям. Как вот 60 лет вместе? Нет, я расскажу. Давайте. Надо просто как бы поддерживать друг друга. Ну, поддерживать надо друг друга. Так. Ну, искать пути соприкосновения. Ну, в общем, все хорошо. Вся жизнь прошла. Все, мне уже 80, так что... Ласковая. Говорят, путь к мужчине лежит через желудок. Это все неправда? Или все-таки правда? Готовит она, готовит. Все но вас покорил не через желудок. За все время не было случая, чтобы я сказал, не вкусно, не буду. Такого не было. Значит, покорили через желудок. У нас не принято. Покушал, спасибо. Может быть, были какие-то действительно истории, когда вот, ну, замечательно что-то такое, запоминающееся в вашей супружеской жизни? Ну, вот именно, чтобы рассказать вот всем вот читателям, может быть, какие-то у вас моменты были? Ну, как обычно, обычно, ведь такого сверхъестественного ничего нет. Да. Ну, что дети росли, внуки росли. Да, дети, да, внуки. Внимание в основном уделяли им. Ну, сами понимаете, звезд с неба не хватали. Ну, так жили, как все советские люди, будем говорить так.